В Астане продолжается борьба за парковочное пространство. В столичном акимате говорят, мол, платных стоянок вблизи социальных объектов и спальных районов нет. Сократить их количество просят и предприниматели, которые жалуются не только на отток посетителей. Почти 6 лет назад столичный акимат подписал договор государственно-частного партнерства с ТО «Парковочное пространство Астаны». Эта компания установила паркоматы и стала брать деньги за стоянку. Первыми на себе трудности платных парковок и синих разметок испытали не только автомобилисты, но и бизнесмены. Были даже случаи, когда возникали аварийные ситуации, асфальт проваливался, там трубы, получается, прорывало. Все эти 3 года мы сами это все делаем. Я думаю, что все объекты, все владельцы таких нежилых коммерческих площадей готовы платить, готовы создать все условия. На официальном сайте организации, которая занимается платными парковками, пишут, мол, в столице насчитывается больше 7 тысяч парковочных мест. 100 тенге в час – такова цена оплаты. По приблизительным подсчетам, в течение 60 минут компания зарабатывает почти 700 тысяч тенге. Доходы делят. 90% получает ТО, 5% государство. Я думаю, что 95 на 5 это, конечно, как минимум неправильно. Допустим, бизнес, вот скажем, бизнес-центры строят. Сейчас они благоустраивают территорию полностью, стелят асфальт, скажем. А потом приходит, допустим, партнер проекта, который, скажем, чертит синие полоса и получается зарабатывать на этом деньги. Проект платных парковок должен был разгрузить транспортный поток. Одним из обязательств участников договора было строительство новых парковочных пространств. Однако таковых пока нет. Решить этот вопрос планируют за счет местных строителей. Когда строит человек МЖК, застройщик, он должен построить паркинг. Но паркинг зачастую в полном объеме он жильцами не покупается. У нас есть свободные парковочные места. Да, таких паркингов у нас в городе насчитывается десятки. Мы сейчас прорабатываем вопрос с застройщиками, чтобы иметь возможность предоставить также оператору вот, парковочное пространство, крытые парковочные места для того, чтобы на платной основе они могли парковаться. Платными парковками столицы заинтересовалось правительство. Ранее премьер-министр Казахстана поручил провести юридическую экспертизу договора между акиматом Астаны и частной компанией, которая собирает деньги. Тем временем местные власти намерены создать рабочую группу и сесть за стол переговоров с бизнесом. Предприниматели просят не только пересмотреть тарифы, но и участки, отведенные под платные стоянки. Динара Нургалиева, Дидар Юлиев, Нуркен Токмурзин, Информбюро, Астана.